Вот так вот. То есть, в принципе. Не, ну а там она дальше. Не, ну, здесь, а тут... здесь он не добил, здесь уже, видишь, насколько. В принципе, я же тебе говорил, объяснял. Ребята делают что? Вот это хозяйство все пробивают. Пробивают так, чтобы вот эта вот ерунда вся пакли. Она туда уходила, в середину. То есть вот это ты делаешь вторичную пробивку. Влезает туда после вторичной пробивки. Я говорю, надо молоточек потяжелее. Вот. Хочешь так подверни. Ты второй слой опять туда загоняешь. На глубину конопатки. Подворачиваешь опять. Ты его опять заворачиваешь на глубину конопатки. Третий слой. Ну, третий слой. Здесь опять-таки, кто как, кто снизу, кто сверху. Но смысл в чем? То, что ты его, когда вгоняешь, вот этот последний слой, да, у тебя вот это хозяйство все вот так вот накручивается. Понятно. То есть ты бьешь сюда, понял. Оно его вытягивает. Опять на пресс, она опять вытягивает его. И все. Но это закупорилось.